Всем добрый день, меня зовут Ярослав Ермаков. Сейчас заходим в квартиру, в которой выполнили ремонт, продали ее в свое время. Там наш руководитель ремонтного направления и хозяйка квартиры. Зайдем, посмотрим. Денис. Денис, Татьяна. Здравствуйте. Ну, как бы уже люди разговаривают, как я понимаю. Расскажите, пожалуйста, что, как все проходило? Я очень довольна ремонтом. Довольны? Да, я не ожидала, что за месяц можно в чужом городе, я чужая в этом городе, сделать ремонт. При этом ремонт такого хорошего качества. Помню фотографии, прочистовая отделка, потом стадия средняя. Сейчас прихожу, уже тут полностью все готово у людей. Мы купили квартиру для летнего отдыха. Будем приезжать сюда на лето отдыхать. Пожалели. И район нравится, и дом нравится. И что очень понравилось, ремонт квартиры качественный. Самое главное, что Татьяна довольна. Да. Вот, значит, мы тоже довольны, все хорошо. Да. Все сделали быстро, старались. Денис, подскажи, пожалуйста, пару вопросов по ремонтам. Что, как делали, конструктивные особенности, какие новшества, что применяли. Допустим, санузла. Санузла, тут в целом, как бы, мы отталкивались от нашего базового ремонта, да, то есть, как бы, из готовых вариантов. Татьяна выбирала, в том числе обои, все декоративные отделочные материалы, за исключением вот плитку, она решила поменять, то есть напольную. Санузел, то есть здесь немножко сделано все нестандартно. Идея была Татьяна, то есть, по сути, мы разделили санузел на две части, отдельно сделали душевую кабину, отдельно унитаз. Ванна небольшая, здесь все уместилось, все получилось красиво и достаточно пространства, Из изменений, которые делали, выделили отдельно, сделали, по сути, комнату целую, как гардеробную, дверь закрывается, Что касается комнаты, здесь тоже все сделано по нашему типовому ремонту, обои, ламинат. Единственное тоже решение, это Татьяна, она как бы разграничила комнату на две части, интересными дверями, Везде свет включается отдельно. Есть еще одно интересное решение в кухне. Сейчас на кухне пройдем, посмотрим. Да. Но это как бы не мое решение, мне самому оно очень понравилось, Татьяна выбрала. Очень интересные светильнички. Пойдем посмотрим. Обратите внимание, сейчас мы выключим все. По сути, светильники загораются в трех режимах. Три режима? Да. Максимальный свет, минимальный, средний? Да, видишь, что это? Интересно. Мне очень нравится, очень красиво. Один вопрос еще у меня остался по поводу типового ремонта. Расскажи, пожалуйста, что это значит, типовой? Типовой ремонт – это значит, что у нас есть несколько видов дизайна, то есть несколько видов обоев на кухню, комнату, коридор, несколько видов плитки в ванну, несколько решений, И люди, когда заказывают у нас ремонт, они выбирают какое-то из этих решений, И комбинируя их, у нас получается индивидуальная квартира, это отдельная тема для разговора, это надо все показывать на стене с этими обоями, надо в целом. Наверное, в следующий раз, когда мы еще раз увидимся на квартире, на объекте, мы эту тему затронем полностью. Да? Можно будет посмотреть. Хорошо. В этом видео мы рассказали о ремонте, который выполнили за 22 дня. Заказчик очень доволен. Пишите свои комментарии, вопросы, на все ответим. Спасибо за внимание.